Вот очередной заказ Луганск. Еще по быстричку. Вот хочу показать нержавейку. Толщина 0,7. Из качества, ну, очень хорошего качества. Сеточка. Сейчас фокус поймаю. Вот. Просто предыдущая торговала, там еще были чуть тоньше проволочки. Они при резать болгаркой, то имели свойство отваливаться. Нужно было аккуратно ее резать. Тут как бы жесткая сетка идет. Толщина 0,7. То есть гнешь, не гнешь, палочки эти, ну, проволочки не отваливаются. Нет, ну, то есть хорошо сварена. Она дороже там на пару долларов. Но качество охрененное. Что рекомендую нержавейку. Ему надо. Визуально вся клетка ровная. Хорошо, вот так. Так, ну лучше упаковка карповые. Хорошего качества. Уши для чебурашки и проходимца. Нержавейка все. Проволока 0,6. Так, тен для тигеля. Краска, значит, черная и зеленое болото. Болото. В общем, зеленое. Тигель и носик запасной. И еще рулон сетки, уже в машине оцинковка для фирменных кормушек. Все, отправка в течение полчаса.